Сколько он, не помнишь, стоит? 59 бат стоит сок из гуавы. Гуава, да, называется. Написано 100%. Холодненький. Да, гуава грин джюс. Очень вкусный. Рекомендую. Сейчас магазин покажу, как называется. Вот он. Вот магазин. Вот здесь один такой. Там около него дорога. Как это называется? Marco Food Service. Корика написано. Вот он один такой большой здесь. Получается, за ним находится дорога, а за дорогой, которая идет вдоль него-то, ну, где-то в километре, а за дорогой уже там идет море для ориентира.